славе и так далее. Они это, конечно, несут рандомную хуйню, это сумасшедшие. Но что они там могут услышать? Слушав сумасшедший, который нес полную срань. Так что шизофрения не всегда пустая. И это я шизофрения, собственно, слово шизофрения использую вольно, не в медицинском смысле, как, собственно, мой разновидность климата и ландшафта и прочего, да, то есть вот этой комбинации. Значит, пустыня, зачастую живут люди. Пустыня живут все люди, которые проживают в пустыне. Да, они путем, значит, естественного отбора, да, эволюционного, это пустыня отбирается. Значит, у этих людей соответствующие религии, которые позволяют им выжить в пустыне. Это пустынные религии. Пустынные религии, они тоже выживают в пустыне. Они, так, значит, выглядят и устроены таким образом, чтобы выживать в пустыне. Новый Завет — это не руководство по выживанию в пустыне, а Иисус — это не... Это не рукава, я не говорил, что это руководство по выживанию в пустыне. Опять-таки, ты путаешь историческую точку зрения с индивидуалистической точкой зрения. Религия, она не... как раз таки исполняет роль того руководства для отдельно взятого человека, которому нужно прочитать, даже рассказать кому-то, прочитать и выжить в пустыню. Настоящий. Нет, религия — это совокупность всяких там обрядов, практик, воздержаний и так далее, которые помогают людям выжить в той или иной среде, даже при условии того, что эти люди совершенно не понимают, как эти обряды им помогают на самом деле. Я обычно привожу в пример вот то, что во всяких королевских лесах нельзя было оленей приверить. Когда позволили в Англии приверить оленей, всех оленей перехуярили, и экосистема лесная везде пошла. Про это тоже можно почитать. У Джона Майкла Грира про это хватает. Берл Гриллс, который пришел научить людей разведению огня с помощью мха и палочки. Поиск... Нет, это коллективный Берл. Религия — это коллективный Берл Гриллс, так скажем. Куличина коллективный. Это не один человек взял, придумал. А не придумать ли мне вот такую религиозную традицию? Стоит понимать, что христианство, оно тоже не хуяк возникло. На самом деле, слабое место в моей аргументации в этом отдельно взятом стриме, в этом отдельно взятом фрагменте, ты мог бы, в принципе, очень быстро заметить. Ты мог бы просто сказать, бля, христианство, ты чё, оно откуда вообще взялось? Кинал, ты что, его Анунаки, что ли, прислали, или что такое? Как это так? То есть, до христианства, даже если сказать, что из иудаизма просто возникло, то есть, ну хорошо, а иудаизм откуда взялся? Были божественные, охуительные языческие религии. Какого хуя возникло это отвратительное, блядь, мразотное христианство? Но... Я-то использую термин христианство, потому что он нам исторически ближе всего. Так-то можно было бы перелопатить кучу всяких источников и взять какой-нибудь более древний термин, который обозначал бы, в принципе, вот эти вот воинственные, по-своему, заразительные, во многих смыслах, религии Ближнего Востока. Не просто религии Ближнего Востока, которые там сидят и им норм. Сидят в пустыне и заебись, охуенно. А религии, которые появляются в Ближнем Востоке и распространяются дальше, на другие территории. Такое было и до христианства, но просто не в таком масштабе. Вот. Под древесной корой и правильному употреблению их в пищу. Христианство занимается спасением души человека. Да, охуенно. Чувак, христианство занимается спасением души человека, это если оценивать христианство с точки зрения христианства. Нельзя оценивать какую-то традицию изнутри, это неправильно. Надо ее оценивать извне. Посмотри вот на христианство, ну сейчас полмира все равно христианское, какая хуй разница. Для того, чтобы понять христианина, достаточно телевизор включить, христианство везде абсолютно. Если ты не знаешь китайского или хинди. Значит, настоящей задачей является выход из христианства. Каким-то образом избавиться от христианства в себе. Христианство — это первородный грех по-своему. То есть вот как христиане пытаются замолить то, что Адам яблоко съел, значит, 6 тысяч лет назад,
Так, собственно, и постхристианский мир должен как-то вот смириться с первородным грехом христианства и попытаться его из себя изжить. Главным врагом являются не христиане, а, повторюсь, христиан надо любить. Христиан надо любить. Так же, как ты любишь котлеты. Потому что котлеты это полезно, в них протеин, белок. Иногда хлеба немножко. И христиан можно сказать. А вот христианство, прежде всего, вот здесь, в себе, надо изживать. Вот эту вот тенденцию, что чем больше я буду себя истязать, тем лучше. Чем больше людей я прощу, тем больше поинтов мне зачислится, когда я к святому Петру приду, значит, на сходку в небе. То есть я такой, слушай, вот тут у меня... список прощенных людей, и он такой смотрит, бля, да, проходи, охуенно. Вот, то есть, вот эту вот тенденцию всех подряд прощать, отказываться от всего, что тебе нравится, потому что тогда ты становишься сильнее. Душа сильная, блядь, сам-то ты выглядишь примерно вот так, но душа у тебя просто, такой сидит, блядь, Василий Блаженный такой, блядь. Весь облезлый, нахуй, вонючий, такой... Вот, такой, но зато у меня душа просто пиздец какая охуенная, блядь. Просто такая... Христиане заложили идею самопожертвования ради коллектива? Нет. Христиане заложили идею самопожертвования для коллектива, который не... Спасибо, христиане, просто за...